Готовим меренговый рулет. Устанавливаем насадку бабочка, включаем скорость 3,5 и через отверстие в крышке вливаем 6 белков постепенно. Добавляем щепотку соли и на второй минуте добавляем 300 грамм сахара, порционно столовыми ложками, как показано на видео. На 6-7 минуте добавляем 1,5-2 столовые ложки кукурузного крахмала. Останавливаем термомикс постепенно. Вот такая меренга у нас получилась. Распределяем ее равномерно на пергаменте и посыпаем сверху при желании лепестками миндаля. Отправляем в духовой шкаф сушиться при 150 градусах 30-35 минут. Пока наша меренга остывает, приготовим крем. Берем 200 грамм сливок, 220 грамм творожного сыра и перемешиваем на скорости 3,5 30-40 секунд. Наш крем готов. Распределяем его на меренге, как показано на видео. Добавляем свежую ягоду. У меня это малина. Сворачиваем рулет, как показано на видео. Можно украсить по желанию. Я украсила свежей клубникой и лепестками мяты. Наш меренговый рулет готов. Приятного аппетита! Готовьте вместе с Термомикс ваш консультант Айгуль.